1 сентября в республике официально перестали работать пляжи, а соответственно спасательные станции и посты. Купальный сезон официально закрыт. Предупреждающие флаги опустили до следующего лета. В этом году количество происшествий на воде снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в МЧС по Чувашии. Всего на водных объектах республики зарегистрировано 49 происшествий, в результате которых погибли 44 человека, спасли 15. Большинство несчастных случаев произошло из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и в местах, где категорически запрещено плавать – в местных водоемах, обводненных карьерах. Зато фактов гибели людей при купании на пляжах и в специально оборудованных местах отдыха у водоемов и в детских оздоровительных лагерях в этом сезоне не зафиксировано.